Очередные игры турнира по хоккею пройдут во Владивостоке 13 и 14 января. Первые ледовые баталии среди любительских команд прошли 7 и 8 января. Игры состоялись на муниципальных коробках на фан-заводе 18, Невельского 31 и Русская 86. В турнире принимают участие 12 команд. В поединке пыльные гантели «Рубин» победили пыльные гантели со счетом 2-1. «Бриз» выиграл у «Метеора» 1-0, «Змеинка» у «Русского острова» 2-1. Фан-завод одержал победу над «Адмиралом Кузнецовым» 2-1. «Феникс» победил «Труд» 3-1, а «Факел» разгромил «Ярость» 4-0. Напомним, Кубок главы Владивостока по дворовому хоккею стал доброй зимней традицией. Многие любительские команды города стараются не упускать возможность посостязаться друг с другом и участвуют в каждом новом турнире. Например, команда «Адмирал Кузнецов» в прошлом году в четвертый раз стала победителем состязаний.